Blender 2.83, давайте сделаем в этом ролике просто простой прыжок вверх. Так, с чего начнем? Сначала давайте изменим вот эту позу, опять же, единица на numpad. Выбираем вот эти косточки и G, ставим руки вниз. R перекручиваем, G делаем опять же помягче все это дело. G опять же опускаем, R перекручиваем и подгоняем G. Вот так. Вот это будет опять же у нас первая поза. Делаем A и Lock Rod. Ставим 3 на numpad, вот в такой вид. Нужна нам теперь, опять же, перекручиваем таймлайн. Чуть-чуть его побольше. Колесико зажимаем, перетаскиваем вот сюда. И вот где-то, опять же, 5-10 кадр, чтобы был. Переходим на 5 кадр. И делаем, так, и делаем приседание. Так, вот чуть-чуть G. Вот так. И руки выделяем через Shift две косточки. Тройка на numpad и G, уводим их назад. Вот так вот. Так. G. Еще можно немножко присесть. А вот эти вот кисти рук через Shift выбираем. И немножко тройка на numpad R. Вот так перекручиваем. Пишем A и Lock Rod. Переходим на 10 кадр. Теперь выбираем косточку таза. Еще немножко больше приседаем. Здесь уже можно немножко перекрутить. Вот так вот. И выбираем. Так, еще немножко в бок уведем вот сюда. G. Пониже G косточки. Вот эти выбираем тоже. Руки немножко опускаем. И пишем A и Lock Rod. Смотрим, что получилось. Вот так. Ставим на 15 кадр. Выбираем кость таза. Выравниваем ее. Выкручиваем и позвоночник тоже назад выкручиваем. Вот так. Ну и шею назад. Выбираем кисти рук через Shift. Тройка на numpad. G поднимаем кверху. Так, что тут получается? И перекручиваем R. Вот так что-то получается. Теперь R перекручиваем, подгоняем. И вот этот позвоночник немножко вперед. Вот так. Так, кисти рук немножко еще вперед. Вот так вот. И немножко поднимаем G. И вот эти ступни. Вот эти. Тройка на numpad. Немножко G. И R. Вот так. Руки еще тогда немного вверх. Вот. И пишем A и Lock Rod. Смотрим, что получается. Так, нужно немного кисти перекрутить. Семерка на numpad. R.
И вот эту убираем тоже немножко вверх. Так, переписываем А и Локрот и ставим на 20 кадр. Здесь уже попроще. G поднимаем повыше. Руки в той же позе и ногу одну подсогнем. Вот так. А и Локрот. Ставим 25 кадр. Теперь должно быть приземление. Выбираем опять же таз. Немножко вот так. Теперь с руками поработаем. Опустим руки. Через Shift выбираем две косточки. G вот так вот. R. Перекручиваем кисти, голову немножко наклоняем, позвоночник немножко тоже, и ноги как бы вот сюда. R перекручиваем. R тоже ноги вот так, это вот так, а это вот сюда. О. Ну и позвоночник можно немножко подкрутить, чтобы было прикольнее, по-монтажному. Так, пишем А, И, Локрот. И опять же смотрим, что получается. Вот, теперь 30-й кадр. Ставим видимость костей. Смотрим, что тут. Тройка на нампаде. Так, вот это немножко G пониже. А и Локрот. И 30-й кадр. Теперь тут попроще. Вот эту ногу G вниз. R перекручиваем, а эта нога чуть-чуть кверху. И руки немножко пониже. Так, А, G опускаем. Тройка на нампаде, G, приподнимаем вот эту косточку, немножко R, вот как-то так. И пишем А, И, Локрот. Следующий 35-й кадр. Смотрим опять, выбираем позвоночную кость, вот эту тазовую. Так, единица на нампаде, G немножко подравниваем и G опускаем. Эту ногу опускаем, R перекручиваем и ту ногу тоже перекручиваем и G опускаем на пол. Так, тройка на нампаде. Смотрим, чтобы нога ниже вот этой линии не опускалась. Так, теперь опять же все это дело. R перекручиваем, G опускаем ниже. R опускаем. А вот эти руки подводим вот сюда, вот так. G. Вот эту косточку можно перекрутить. R. И вот эту Q.
кисть. Вот так вот. Ну и с этой рукой то же самое. А и локрот. И 40-й кадр, он должен теперь выровняться. Выбираем G косточку. Ставим ее вот так. Голову немножко выпрямляем. Тело немножко выпрямляем. И вот эти косточки руки выбираем через Shift. И вставляем G вот сюда, вот так. Пишем А, И, лок, рот. Ну а теперь на 45-м кадре все это дело выравниваем. G, R, позвоночник R, голову R. Так, и опять же таз выбираем. Тройка на нампаде. G. Так, единица на нампаде, чтобы все здесь ровно стояло, тоже G. R перекручиваем, голову выравниваем. И вот эту косточку так, G. И вот эту ногу R. И G чуть-чуть назад. И тело немножко. Пишем А, И, локрот. Теперь отключаем видимость костей, тройка на нампаде. Ставим 45 кадров. Смотрим. Вот такой прыжок. Нужно, чтобы он вверх чуть-чуть с замедлением шел, а вниз с ускорением. Так, это получается верхняя точка у нас 20. Надо вот эти кадры немножко так. Попробуем 30-й кадр G поближе к 25-му. Этот на 30-й поставим, 35-й, 40-й поставим где-то на 33-й. И на 35-й поставим 40-й кадр вот так. Ставим 35 кадров. Смотрим, что получается. Ну и попробуем вот эти кадры тоже. 15-й, 5-й. G чуть поближе поставить к первому. Так, 20-й теперь переходит на где-то 16-й. А эти теперь G поставим ближе, ну, на 15-й кадр, ставим 25 кадров. Смотрим. О, уже побыстрее. Все нормально. Почему он так вот туповато чуть-чуть на низ идет, да? Это потому что маленькая, потому что высота прыжка очень маленькая. Если переписать, допустим, высоту от. Так, 12-й кадр выбираем. Тройка на нампаде. И давайте ее вверх поднимем повыше. Вот так.
переписываем А и локрот. Следом выбираем 15 кадр. Немного его выше тоже поднимаем. А и локрот. Так, это уже приземление. 18 кадр тоже немножко повыше. Пишем А и локрот. Смотрим, что получается. Во, уже более живенько. Так, вот этот кадр 18-й. Нужно G немножко поближе к 15-му поставить. Так, смотрим. О, уже побыстрее он приседает. Чем ближе кадры, тем скорость больше. Если отдалять кадры, то скорость меньше будет. Вот так. Ну и можно еще 20-й G. Вот так. Так, G еще перетащим один кадр. Вот так пошире поставим между 20-м. Смотрим. Вот что-то в таком духе.